Традиционно перед выборами президента проходят дебаты, когда у депутатов есть возможность высказать свое мнение о кандидатах перед началом голосования. И сегодня парламентарии воспользовались этой возможностью. Дебаты смотрела моя коллега Анастасия Дьяконова. Она уже в студии. Добрый день. То, что происходило в Сейме перед началом голосования, трудно назвать дебатами. Это скорее было похоже на агитационные речи. Каждый призывал голосовать за своего. Самыми многословными были представители национального объединения. От них выступили сразу трое депутатов, в том числе вернувшийся из вынужденного отпуска Райвис Дзинтерс. Опытные скептики и политические наблюдатели уже усмехаются над сегодняшним голосованием. Им нет никакого дела до желаний общества. Они все равно будут голосовать так, как договорились, даже за президента. Доверие Сейму катастрофически низкое. Открывала выступление депутатов бывший спикер Сейма Солвита Аболтыня. Она, кстати, говорила дольше всех – целых 6 минут. Коалиционные партии выдвинули двух уважаемых кандидатов в президенты – Раймонса Вейюниса и Эгилса Левитса. И фракция «Единство» будет голосовать за них, не скрывая и не играя в игры, открыто и честно демонстрируя свою позицию. Голосовать за своего кандидата министра обороны Раймонда Вейюниса призывали его однопартийцы. Для меня совершенно неприемлем тот факт, что в этот момент кто-то может не пойти голосовать. Это обязанность депутата, это задание, которое ему дали избиратели. И такая обязанность и право у депутата фактически есть только раз в 4 года, и это крайне ответственно. А вот от Латвийского объединения регионов выступил сам кандидат в президенты Мартинш Бондарс. Платформа manspresidents.lv четко показала, что жители Латвии хотят перемен, хотят развития страны и президента, которым можно гордиться. Правда, на данный момент уже известно, что Мартинш Бондарс уже бывший кандидат. Менее 25 секунд длилась речь депутата от партии «Согласие» Валерия Агешина. Это самое короткое выступление сегодня. От лица фракции «Согласия» я призываю голосовать за самого уважаемого и взвешенного, по нашему мнению, кандидата с самым большим опытом Сергея Долгополова. Мы считаем, что именно «Согласие» — это то, что необходимо нашему обществу сейчас.